Сейчас поиграем. Нет! Опа! Вот так. Найдите его! Ты? Ох, слава богу. Ты цел? Ну, дела, скажу я тебе. Ты в своем уме? Я не знаю, кто ты. Ай! Теперь признал? И больше никогда так не делай. Но тебя же пристрелили во время затмения. Что? Затмение? Ты как выпил из фонтана, тут же с катушек съехал. Все это вода. Это она погубила город. Не божий гнев. В ней растворено что-то галлюциногенное. Люди... сошли с ума. Вот что ищет Марлоу и Толбот. Похоже на то. Катер говорил, им нужна власть посредством страха. И они ее получат. Еще какую? Но я одного не пойму.
Как они хотят вывести всю эту воду? Им нужна не вода, а то, что в воде. Не понял? Вот, слушай, что тут получается? Салим сказал, что Ирам проклял царь Соломон. Якобы он заключил злых джиннов в медный сосуд и бросил в сердце города. Джинны в бутылке? Понимаю, звучит бредово. Так ты думаешь, что Елизавета и Джон Ди за этим отправили Дрейка? Да. Они искали не сокровища, а власть. Только когда Дрейк понял, в чем его задача, он повернул назад, солгал королеве, что ничего не нашел, и старательно замел следы. Спас человечество. Но сэр Фрэнсис знал, что делал. Пора нам покончить с этой историей. Раз и навсегда. Ты только глянь. Весь город стоит на этой пещере. Ненадежная система. Это мягко сказано. Надо туда спуститься. Придется руки запачкать. Ты готов? Давай. С ума сойти. Так доставляли воду в город. Боже мой. Посмотри на потолок. Странно, что до сих пор все не развалилось. И как он только держится. Надо перебраться. Помоги открыть. Шарт, ложись! Гляди в оба, Салли. Вот так. Нужная штука. Все, можно идти. Сюда. Черт, Салли, там еще на подходе. Они у нас в руках. Берегитесь! Выбейте их оттуда.
Они у нас в руках! Полезная штука. То, что доктор прописал. Не затевают. Ищут что-то в воде. Эй. Ха-ха, класс. Это я придержу. Салли, помоги. Нам сюда. Бережно. Не повредите. Глазам своим не верю. Надо сломать эту штуку. Есть идеи? Их много, а нас всего двое. Давай разделимся, зайдем с двух сторон. Да, так шансов больше. Салли! Салли!
уходим! Бегите! Давай, стой! Ну! Скажи, что не успел наглотаться воды. Нет. Вроде нет. Хорошо. Не стоило нас сюда пускать. Вставай. Надо идти. Мне бы дома. Всякий раз, как это слышу. Защищайте Марлоу! Шиба! Они что, тупые? Нас всех тут засыпят! Им явно плевать. А мне вот нет. Конец, город рушится! Надо выбираться! Надо выбираться! Живо! Назад! Надо валить! Помоги мне! Черт! Эти не ложись! Сюда! Как же нам выбраться? Механизмы! Салли, придется на них залезть. Сюда!
сюда! Берегись! Наш выход! Докажи, что достоин. Нечего доказывать. Нейт, дай мне руку. Нельзя бросать ее. Еще как можно. Нейт, дай мне руку сейчас же. Вот. Хватайтесь. Что ты делаешь? Не могу, не могу. Бесполезно. Уходим. Держитесь. Отсюда. Держитесь. Руку! Нет! Давай! Вот так! Бежим! Сюда! Скорее! Салли, уходим! Тут все рушится! Всего 3 пули! Как ты умудрился обойтись 3 пулями? Господи! Беги! Давай! Черт, в одном повороте! Быстро! Быстро! Беги! Наверх!
началась перестрелка. Прощайте, баснословное богатство. Ну? Невелика добыча. Нам хватит. Да. Да. Погоди, Нейт. Ты чего? Да так. Я просто должен тебе кое-что сказать. Ладно. Говори. У меня был паршивый отец, паршивое детство. В 40 я понял, что сына у меня уже не будет. Я и не хотел сына. Куда уж мне растить детей? И тут ты свалился мне на голову. Не надо, Саля. Ты слушай, надо. Я совершил много ошибок. Много. Я знаю, что сам не подарок. Ты к алтарю меня зовешь? Я тебя люблю, но... Нет, стоп. Хоть на минуту перестань острить. И давно ты его хранишь? Давно. Не потерялась. Вот что, парень. Мы не выбираем, как начать свою жизнь. Великая начнется с твоих поступков. Привет. Привет. Летишь куда-то? Ну да. Жаль, что так вышло с кольцом. Да, ничего. У меня есть другое. Думаю, нам пора. Да. Пошли, нам сюда. Но... Идем. Верь мне.
Что ты задумал? Да ладно. Ну, он не так хорош, как тот, что вы разбили 4 года назад, но... Пошли. Осталось вспомнить, как управлять этой хреновиной. Там ведь есть парашюты? Конечно. 3. Ну, около того.